Всем привет, друзья! Меня зовут Тим Морозов. Как-то давно я приезжал в эту усадьбу, и здесь мне удалось зафиксировать множество необъяснимых и паранормальных вещей. Разбор видео с этой усадьбы, а также поиск ЭГФ Надежды Лямой дал ошеломительный результат. Здесь явно есть что-то паранормальное. В то же время присутствие некоего Афанасия наводит на мысли о проявлении нечистой силы. После этого прошел уже целый год. Я приобрел много разной техники. В данный момент из самого нового это приборы, позволяющие передавать изображение на планшет по сети Wi-Fi. Передаются, к сожалению, пока что только на один планшет. Два планшета отказались показывать. Я не знаю, в чем причина, почему два других планшета в данный момент не работают. Дома все работало, но я надеюсь, разберусь с этим. Надеюсь, новые приборы и методы дадут свои новые результаты, и мне удастся связаться, наладить контакт с невидимыми жителями этой усадьбы. Итак, друзья, я слышал, что огонь свечей помогает, способствует налаживанию контакта с подсторонними силами. Поэтому в некоторых частях усадьбы я зажег свечи. Как, например, в этой комнате очень много свечей. На лестнице. И еще внизу. Для начала хочу попробовать наладить контакт с помощью доски Ouija. Если в этой усадьбе есть кто-то из потустороннего мира, вы можете дать мне знак выйти на контакт? Если в этой усадьбе есть кто-нибудь из потустороннего мира, вы можете дать мне знак выйти на контакт при помощи доски Ouija или другими способами. Если в этой усадьбе есть кто-нибудь из потустороннего мира, если в этой усадьбе есть кто-нибудь из потустороннего мира,
я обращаюсь к тем сущностям, кто был в прошлый раз в этой усадьбе. Вы вели активные разговоры по АГФ. Если в этой усадьбе кто-то есть, вы можете дать мне знак? Вы можете дать мне знак? За скрип. Свечи шевелятся очень сильно. Там есть кто-нибудь? Там кто-нибудь есть? Одна свеча упала. Я не знаю, возможно, она стояла плохо. Но скрип. Был четкий, громкий скрип. Стоял нормально. Не знаю, может, перевесила ее. Если это ты сейчас скрипел полами и обронил свечу, ты можешь пошевелить вот этот челнок? Ответить мне на вопросы. Поговорить со мной. Это знак? Это был знак.
быть, это ветер. Хотя погода совершенно безветренная. И прибор, измеряющий силу ветра, не двигается. Если бы он двигался, он бы пищал вот так вот. Свечи тоже не дергаются. Это значит, что ветра нет. А это именно знак присутствия чего-то здесь потустороннего. Как тебя зовут? Как твое имя? Друзья, как вы уже заметили, некоторое время назад начались проблемы с микрофоном. Но это не единственная техника, которая начала выходить из строя. Сама отключаться и включаться. Камера, которая снимала лестницу, в какой-то момент перестала записывать и только передавала изображение на планшет. Поэтому я не смог вам показать, как упали свечи и другие моменты. Снова упала. По-моему, две свечи вот здесь. Почему ты кидаешь мои свечи? Ничего не вижу. Что шумит? Друзья, я не знаю, что это такое, но оно несет зло. Еще чуть-чуть бы, она бы сбросила меня с лестницы, она на меня швырнула мою камеру. И что теперь? Пожалуй, пока на время отключу прибор, увеличивающий силу паранормальной активности. Я там установлен на балконе. Черт. После этой лестницы даже доски Уиджи подходить страшно. Зачем ты бросил на меня мой штатив? Я еще раз повторяю. Зачем ты бросил Ты меня этим не напугаешь. Зачем ты бросил на меня штатив? Зачем ты
бросил на меня штатив. Я чуть не упал с лестницы. Итак, снова на свой страх и риск включил прибор. Сразу стало радио. Ради меня не садится. Я, может, не подойду. Очень стрёмно. Опять лестница скрипит. А это выход? Или тут стоит? Я не понимаю. Скорее всего, показалось. Сейчас. Я сейчас вроде никого не вижу. Так, что это за ерунда-то, а? Почему ты не хочешь мне отвечать? Здесь нет никого. На тепловизоре. Моя камера. Блин. Такое чувство, что сейчас что показалось. Там есть то?
Так, друзья, уже 3 часа 38 минут. Такое чувство, что паранормальная активность утихла. Когда я в прошлый раз здесь находился, все происходило примерно в то же самое время. Вполне возможно, что паранормальная активность очень сильно активна в определенное время, но не постоянно. Сейчас я побуду здесь еще некоторое время, но если ничего не будет происходить, мне уже придется отсюда уехать. Здесь есть кто-нибудь? Итак, друзья, я уже собрал некоторое оборудование с нижнего этажа. Больше ничего не происходило, но здесь определенно что-то есть. Вы сами все видели. И это что-то происходит в определенные часы. Когда-нибудь, я думаю, возможно, я сюда снова вернусь. Может быть, с покупкой нового оборудования какого-то. Может быть, по другим причинам. Вернусь, наверное, в другое время года. А пока на этом все. До скорых встреч!